Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Актриса скоропостижно скончалась в 86 лет в своей квартире. Прессе стало известно о кончине Натальи Антоновой, передает КП. Ее тело обнаружил 54-летний сын в московской квартире. Вызванные им экстренные службы не смогли реанимировать артистку и констатировали ее смерть. По предварительным данным, она ушла из жизни из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Точный диагноз станет известен после экспертизы. Антонова прославилась после съемок в драме «Тучи над Борском», где исполнила роль учительницы. Также она сыграла главную героиню в картине «Друзья и годы». Помимо кино, играла в спектаклях в труппе МХАТа и театре имени Станиславского. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.